план таков, что мы устроим вот эту вуд. Ну, стены без стен, да, страшно. И зверюги лазят там. Вот тут вот где-то. Ну, тут появлялись. Так он не показывал нас башню построить, обзоры. Может тут, например, поставить, она бы сюда даже сменила. Иначе тут он ему съесть. Или где-то за границей. Но он не показывает. Или здесь поставить, башню он бы тут видел. Чуть-чуть. Тройдимых пост, доход 20 золота, а тут плюс 15 маны, да? Нам бардов надо. Сначала. Съец. Плюс 10 дополнительных констракшенов, которые нужны. Не надо, то есть 150, то есть не знаю, что строить, надо. Лаборатория плюс 10. Вот это полезно. Сколько туров? 3 тура, да? 4 тура. Ну даже если плюс 10, 62, 124, 125, 3 тура все равно зачем. Вот барды. Ну, черный принц у нас. Ну, черный принц это ассасин, по идее. Это не разглядяя никак. Прохвосты. Ну, имперские тени, да. Это не тени, а закши. Тени. Скандеров. Тур, как раз тур кинжал будет и тогда. Все будет хорошо. Ну, сейчас мы уточним. Все. Ну знаем знаний, сколько надо, надо знаний достать. Квест. Ну, можно, у нас проход не есть. Квест, вообще не знаю. Сказать о квесте. Какой-то вачтар, который далеко ревард, это нам не надо такой квест. Одного юнита какого-то непонятно получится. Что его тур производить? Он может артефакт дать. Далеко там разбилки. Далеко сильно. Дых нафига. Декланить. Ну, что тогда? В общем, джоин стоит 8. Еще плюс 25. Голды. Ну это отношение типа позитивно, ну хорошее. Мировоззрение. Всегда расхэппинус.
Насчет экрана ничего не повлияло. Все. Джой. Посылал 365 долларов. 300 мало. У нас мамы половина. Если ускорить, то не надо особо тратить. Все, армии исчезли. А есть тут? Вот есть тут сразу вот стена уже готовая, лаборатория, мы знали тут прибавить. Неплохо, сколько у него? А 4 тура, вот через 4 тура вам подорожало. 3. А вот пост станет поселение вот такие. Так, значит, стены есть. Но потом нам будет надо с висками сражаться. Корпорел. Посмотрит 60% физического защиты, ну, physical protection. Непонятно. Ну, понятно. Телепортер, но не кусючий. 6-18. Magical origin, натуральное, натуральное магическое. Может, билдер холодов, а у нас 23. Но деньги у нас есть. А, надо глянуть. Вот. Кинжал еще один на магию. Плюс 10, 5 туров. Скандрел. Вот это так 60, но не поможет. Что ускорять? Вот терраформинг. Ну потом терраформинг и зефир вот этот. Можно 60 мана на этот кинжал, на еще 2 раза прокачали туров 10 минимум. А тут 2 тура какого-то. Ну 5 туров, да. Трофик. Запутано. 269 200, 400 следующий трейн. Трейн это плюс 144 хэппи этого. Счастье. Вот хэппи. Эльф 45. Лучше, наверное, все-таки заказать. На стрелка, а он сам стрелок, он не ездит. Дарцы всякие. Ну, билдер. Сотку затратим и 5 туров за это. А, процент от общих. Плюс 3 продакшн дает вам. Плюс 15 хэппи, плюс 3 продакшн. Потому что у нас 20, не сколько там, 23, а будет 43, значит, там, ну 40, значит, мы больше прибавим. 45 там, или 50, сколько там. Ну нам 45, чтобы эльфов не падал. Или 50 продакшн рам, это таран. А так 3 тура делать таран, вместо одного.